Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Cat Quest, вторая часть. Так, стена Люпуса, здесь мы с вами сохранились, а вон там нас уже поджидает Кири. Так, что он хочет мне сказать? Вы приготовились, мои короли? Сложность всего лишь два черепка, конин. Да, я думаю, что я готов. Престол Люпуса немало изменился с тех пор, как вы покинули нас, ваше овечество. Ну, я уверен, у Хотта есть план. Так, давай узнаем, что за план у Хотта. Хотта Дога. У меня плохие новости. Волчий отряд Канин тоже ищет вас. Канин — это самые сильные маги Волга. Вроде Хотта Дога с васаби. Но у меня есть план. Встретимся снаружи. Ради бога, как скажешь. Опа. Это кто? Оу! Это, ребята, маг. Это маг. Тихо, 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 тихо. Давай-ка без подстав, пожалуйста. Без подстав. Ага, подслушал, да, значит, нас, охламонище. Уворачиваемся. Подбили мы его. Хот-дог с ним. Канин нашел нас. Да я уже понял. Куда ты побежал? Куда побежал? Эй, хот-дог, подожди маленько. О, нет. Что опять? Угу. Главный путь заблокирован. Нам нужно туда, но должен быть еще один путь. Есть более безопасный, но долгий путь через пустыню Гавкара. Ну, я не знаю дороги. Вам придется искать ее самим. Дорога Гавкара, да, значит? Заманчиво. Я знаю, вы подберете правильный соус, ваше овечество. И ушел. Ну что ж, ребята, пойдемте искать тропинку. По крайней мере, у нас стрелка тихо. То есть, вы хотите сказать, что я не смогу здесь пройти? Или смогу? Пока у меня получается, ребята, бочком вот так вот проходим. Потихоньку они нас не видят. А вот здесь, ребят, наверное, придется все-таки... Или пробежим. Успел пробежать, отлично. Тихо ты, ох. Да ладно, что, серьезно, что ли? Ёлки ты палки. Так, давайте вот, вот сюда, ребята, надо подхилиться маленечко. А то здоровья совсем маловато. Слушай, я, по-моему, не туда пошел. Мне нужно вниз идти. Давай-ка вот здесь вот свернем. Слушай, может быть, я их все-таки перехитрю? Получится у меня такое дело. Так, опыт. Опыт пригодится, 20 экспы. Так, давай дальше двигаться. Я должен поговорить с властителем Элиусом. Пусть нас никто не беспокоит. Ага. А мы тут как тут, ребята, мы будем их беспокоить. Сейчас будем драться с этим магом. Ну, давай. Так, отходим, ребята. Опс. Магия у него очень серьезная, поэтому лучше не подставляться. Так, отходим, отходим, отходим. Мой песик довольно неплохо раздает ему люлей. Отлично. Так, забираем опыт, деньги. И проходим сюда. Ну что же, будем отвлекать, как говорится, его, да? Опа. У меня плохие новости. Кажется, у нас гости. Невероятно. Это же нулевое измерение. Как вы попали сюда? Неважно. Что, будет драка, что ли, с ним? Оу. Ваши лапы никогда не коснутся обломка. Рха-ха-ха. Точно, ребята. Нам придется драться. Так, подожди. О, песик, ребят, как всегда, в своем репертуаре. Довольно нехило отжигает. Нам главное не подставляться под магию. И все. Потому что я почему-то, хоть и сам маг, но магия меня бомбит довольно жестко. Нулевое измерение, да, значит? Ну, по крайней мере, волк здесь отгребает. И это уже плюс. Нет у него никакого сопротивления, иммунитета и так далее и тому подобное. Да, единственное, что здесь их три формы. Я больше уверен, что это, как всегда, какие-нибудь голограммы. Это нереальный волк.
Так, потихонечку бомби. Давай, 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 пёся, бомби его. Опс, тихо. Надо подхиляться. А то здоровья маловато уже. И заодно и пёсика подхилим. Молодец, красавчик. Давай, давай, отойдем. Вжарём. Одного, ребята, мы с вами подбили. Так, второго тоже. Дай-ка я соберу здесь опыт. Опыт, деньги, все, что мне нужно. Здесь тоже. И опыта довольно не кисло дают. Там по 499 экспы за один шарик. Отойдем. Давай, 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 давай. Вжарим. Тихо. Да где же ты, пёся? Давай бомби его вот сзади, из-под тишка. Было бы неплохо тебе просто ему вжарить. Так, заморозили мы его. Тихо, 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 тихонько, тихонечко. Не рискуем. Готов. Угу. Ра-ха-ха, болваны. Это снова была всего лишь иллюзия меня. Ну, я, в принципе, так и думал. И это говорит недопёс, который не способен сражаться сам? Чё там? Кири, ты назойливый клубок шерсти. Что ты сделал? Опа, кристалл. Ваше высочество, забирайте обломок скорее. Конечно, заберу, только вначале опыт еще вот тут подниму. Так, осколок наш. Вы заработали королевский обломок. Разблокировано королевское искусство силапного удара. Шанс подавить атаки. Действует наверняка при критических ударах. Хм, интересно. Мурмяу, я чуть не лишился лапки в этом деле. Пришло время наконец-то приготовить хот-дог. Не испытываю восторга снова встретить эту дьяволицу. Ну идемте к кошелапе. Вместе мы выкуем королевский клинок. Да неужели? Квест пройден. 40-й уровень я зарабатываю. Так, где стрелочка? Вот, ребята, стрелочка. Мы идем с вами к кошелапе, но я вначале сохранюсь. Мало ли там что в дороге. От греха подальше, как говорится, да? Так, и что? Ну вот, например, нам сейчас выкуют этот клинок. Предположим. А дальше-то что? Дальше мы пойдем разбираться с волком и с Леопольдом? Получается так? 20 опыта, это вообще ни о чем по сравнению с тем, что мне давали там по 500. Погоди-ка, статуя. А, Люпуса, ну да, нам придется, ребята, здесь же проходить. Первый мост. Да-да, именно здесь нам надо будет проходить, чтобы попасть на ту территорию. Ну-ка. Да, все отлично. Так, сохранимся. Лишним, ребята, это никогда не будет, поверьте мне. Лучше начать с ближайшей точки, чем потом опять наворачивать эти километры ненужных путей. Так что не без сути. На данный момент у нас с вами был только лишь один дракон. По идее, в первой части у нас эти драконы, боссы, были на постой. Здесь их очень мало. Так, Кири здесь, ага, кошелапа. Мы дошли. Ход-то уже внутри, вперед, ваше мурлычество. Сложность, два черепка, последний обломок. То есть мне еще нужен обломок. Понятно. Кошелапа. Что это грязная дворняжка забыла в моем доме? Думаешь, Хота пришел бы в дом к дьяволице, если бы у него был выбор? Чтобы сделать королевский клинок, нам нужен последний обломок, гав. Хота достает половину эмблемы. Хм, значит, они дали тебе вторую половину. Коша достает вторую половину своей, короче, эмблемки. Половинки совпадают. Мурмяу. Так значит, первые короли хотели, чтобы вы работали вместе? Видимо, да. На эмблеме показано место, где спрятан последний обломок. Идите на север от Каталицы до самого берега океана. Рядом с черными деревьями найдете последний обломок. Чего же мы ждем? В путь! В путь. Последний обломок найдете на севере от Каталицы, на берегу океана, рядом с черным деревом. Погоди-ка. Стрелочки у меня нет, то есть я сам должен искать путь, да? Хорошо, где у нас Каталица? Погоди-ка.
На севере от католицы. На севере это значит наверх. Секундочку. Католица. Вот у нас католица. Нам надо идти. Ага. А вот они, походу, дела. Черные вот эти вот деревья. Слушай, ну что же, пойдемте тогда вот по этой тропинке. Да, другого выбора у нас нету. Католица. Подожди, это двугород. Где мы вообще находимся? Подожди, по карте хоть пока. Ага, вот мы здесь. А нам нужно идти вон туда. В левую сторону. Ну что ж, пойдемте. Последний, так, на север от католицы. На берегу океана, рядом с черными деревьями. А вот у нас черные деревья. Ага. Пещера Мурина. Ну, раз акцент показали. 45 уровень, погнали. Так, пещера Мурина. Ага, не откроем, понятно. Эть. Ой, какой шустрый-то, малый. Да отойди ты от меня. Да что ты прицепился-то? Посмотри, а. Вот глазастый-то, а. Подбил. Двигаемся дальше. Еще один такой же пучеглазик. Еще такой же, ребят, пучеглазик у нас. Ну. Так, подбили, отлично. Двигаемся дальше. Ого. Так, ну предположим. Иду, надеюсь, я правильно. Но не уверен. Ой-ой-ой-ой, маг. Ох, как вжарил-то. Хиляемся обязательно, ребят, хиляемся. Я сюда, походу, зря прибежал, я уже понял. Хиля... Нет манны, мне пишут. Эй, пёся, ты будешь бомбить? Ой-ой-ой, ребята. Да почему же я такой слабый-то по магии? Я не понимаю. Такого быть не может, чтобы вот так вот... Слабенько все это было. Сейчас, ребята, отдуплюсь, по-моему. Нет, еще как-то умудряюсь бегать, но на пределе, если честно. Так, магия, подкрепимся. Так, забомбили, да? Давай эту фигнюшку забомбим. Последнего ежика. Ну, я так понял, это неправильный путь. Здесь всего лишь навсего какая-то коробка лежит. Мы ее, естественно, вскроем. И тут просто-напросто лежали денежки. Ладно, пойдемте тогда в обратную сторону. Так, вот туда, может быть, нам нужно идти. Не знаю, если честно. Ох, господи, тут... Тут слишком много врагов. Ну, пёся, ты давай не бегай за мной. Ты давай бомби их. На тебе огоньком. Бесполезняк, да? Огонек для них это бесполезно. Ох, вляпался как. Господи, я еле успеваю, ребята, тут уворачиваться. Пёся, бомби, говорю. А не бегай за мной. Так, отходим. Есть, забомбили, отлично. Так, ну, как мы поняли, здесь, ребята, тоже бесполезно. Но нам что-то здесь достанется. Шлем рыцаря. Это, конечно же, нужно экипировать нашему пёсику. Так, шлем. Да. Воу, 25 защиты он уже имеет. Это, кстати, круто. Ну что же, хиляемся и идем. Идем, ребята, теперь с вами в абсолютно другую сторону. Вот сюда. И тут, кстати, очень хитро так сделано все. Посмотри. Нам придется... Ой-ой-ой, как же нам тогда... Ха-ха, так, ладно, идем сюда, потом сюда. Потом сюда, сюда, дальше так. Ага, все, я понял. Так. Ну, вот здесь вот я нормально отжигаю, ребят. Потому что он был ледяной, а у меня... как тебе сказать-то? У меня... Да твою же налево, ребята. Меня подбили. Меня подбили, мне нужно... Нужно котю как-то быстренько реанимировать. Давай, 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 Котя, Котя, вставай. Котя. Встал? По-моему, встал, ребята.
Так, ну что же, я переключаюсь на Котю. Быстренько. И бомбим. Ну-ну-ну-ну-ну, пёся. Куда ж ты там побежал-то? Кого же там бомбишь-то? Вот этого давай, ушатай мне, пожалуйста. Есть. Отлично, минус один. Так, уровень 41 получил, хорошо, это замечательно. Так, переходим. Уклонение. Еще раз уклонение. Нормуль. Так, еще один. Нет, ребят, не один, их тут достаточное количество. Двое, это точно, это минимум. Интересно, что он боится? Он боится огня, интересно, или нет? По-моему, он не боится огня. У меня же огненный посох, огненный. И урон, как видите, я наношу ему минимальный, поэтому огонь он не боится. Так. Что у нас тут? Ох ты, это что такое, ребята? Ага. В чем прикол? Прикол в том, чтобы я должен туда добраться. И как мне это сделать? Ну, предположим, давай сюда пойдем. Вот так вот легко. Туманный посох. Туманность, урон плюс 10. Ну-ка, ребят, дайте-ка мне глянуть на этот посох. Очень хороший, наверное. Где он? Туманный посох. 135 к магии. Ну-ка. 129 становится. 129. Так, это 8, минус 4. То есть оптимальный только в данный момент это огненный. Ладно, предположим, ребят. Так, а что у нас тут? Это выход? Я думаю, это карта. Она указывает на запад к Лапортовым островам. Мяу. Начнем, тут должен быть последний обломок. А где он? Так, меня опять... Меня опять на самое начало выкинули? Тут должен быть последний обломок? Или где? А, мне показано, ребята, что надо выходить отсюда. Идемте, ваше высочество. Я знаю, где находятся Лапортовые острова. Ну, это хорошо. Так, чем мне идти? Оу! Ёп, просто ты, я же испугался. Так, идем в Лапортовые острова. Или в Лапортовые. Так, у нас здесь мостик. Мы пройдем его. Куда ж ты, Кири, убежал-то так, а? Далеко и быстро. Сохранимся, ребят, на всякий случай. Смачно. Так, и двигаемся далее. Да иди ты отсюда, господи, прицепился. Так, что там? Ущельная пещера. Ага, пришли, по ходу дела, да? Нам нужно перебраться, видимо, сюда. Это Лапортовые острова, но кажется, что туда не попасть. Если только вы не умеете ходить по воде, ваше мурлычество. Уверен, горожане Лапортграда должны что-то знать. Угу. Квест пройден. То есть ты хочешь сказать, что мне нужно идти в Лапортград? А, погоди-ка секунду, Лапортград, это где у нас такой? Сюда, да? Лапортовый залив. Хорошо, я сбегаю, навещу. Мне это нетрудно сделать. А, вот он. Кто это у нас тут? Знакомый рыбачок, по-моему, да? Ваше высочество, слышал, вам нужно пройти по воде. Могу помочь, это губернатор. Книга о хождении по воде. Искусство хождения по воде исчезло вместе с первым губернатором много лет назад. Когда Мяури Кондо попросила меня сделать уборку на маяке, и я нашел этот журнал. В нем была информация об его местонахождении. Но некоторые страницы вылетели за границы города. Ваше высочество, вы можете унюхать страницы. Вперед, найдем их. Книга о хождении по воде. Идите по следу. Пошел я по следу. Ага, как всегда в какую-то пещеру, да, ведут нас. А нет, ребята, нет, я ошибся. Вот и страничка.
Запись 52. Журнал первого губернатора. Мы переработали эликсир хождения по воде в уникальный кристалл хождения по воде. Только король достоин его силы. Так, идем по следу далее. Тут без драки не обойтись. Угу, ладно. Ох, ничего себе, ребят, они успевают отхилиться. Да что, серьезно, что ли? Так, минус. Уровень 44 мы заработали с вами. Великолепненько. Иди сюда, букашечка. Мне нужна просто эта страничка. Запись 95. Журнал первого губернатора. Кристалл хождения по воде в лапах нового короля. Но я боюсь, он порочен и недостоин кристалла. Нужно забрать его. Записи сделали. Идите по следу. Ну, продолжаем, ребята. Что такое? Оу, идите по следу. Ребят, тут, по-моему, меня уже хотят с пути сбить. Судя по всему, да? Давай я этого дракончика убью сейчас. Куда же мне идти? Тут слишком много, ребята, всяких следов. И они петляют между собой. Ладно, хорошо. Там у нас круг, да? Идет сюда. Тут тоже круг, поэтому идем вот сюда. Дальше мы сворачиваем здесь. Вот страничка. Запись 102. Журнал первого губернатора. Я забираю кристалл с собой. И если будущий король окажется достойным, последняя страница найдет его и переведет ко мне. Хорошо. Это, я так понимаю, про губернатора идет речь, да? Или про кого? Ух ты. Это кто? Я все гадал. Когда вы вернетесь? Вы даете губернатору страницы. Все еще не хватает той последней страницы. Но сначала возьмите это. Шапка рейнджера. Увеличивает дальность качения. Проверю журнал еще раз. Ищите меня у маяка. Так, понятно, ребята. Квест пройден. А что это за шапка такая, которая увеличивает силу качения? Так, для меня это однозначно она не подходит. Для песика тоже. Мы теряем, ребята, с вами в защите, но увеличиваем в атаке. Даже и не знаю, стоит ли того она. Хорошо, оденем. Так, ну что, пойдемте на маяк опять же. Сохранимся. И какой-то странички опять не хватает. Вроде бы как все ему нашел. А что он опять плачет? Нам нужно найти последнюю страницу. Готовы? Артефакт хождения по воде. Три черепка, конечно, я готов. Я проверил журнал. Последней страницы по-прежнему нет. Но я нутром чую. Ваши два высочества без сомнения достойны. Как нам... Что? Страничка. Это, наверное, последняя страница. Вы должны поймать ее, ваше высочество. Так, пошли ловить. Ах ты, я так и думал, ребят, это... Кто-то, наверное, с нами тут играет. Да? Кто-то играет с нами здесь. Куда-то ведет в ловушку, в очередную, как всегда. Ну хватит, хватит уже издеваться-то. А, в пещеру, 55 уровень. Так, ущельная пещера. Понял. Стоит, значит, там. Ну, стопудово она сейчас будет нас здесь по всему этому подземелью, наверное, мотылять. Мне кажется, так. Замечательно, подбили. Давай этого теперь. Так, отойдем. Он ледяной, поэтому, ребята, естественно, я ему наношу урон довольно хороший. Пёся, ты куда пошел? Зачем ты по шипам-то бегаешь, родной мой? Так, подбили, отлично. Так, мы можем здесь, кстати, еще сундучок с монетками, да, открыть. Замечательно. И вот этих вот дракончиков тоже подшлепать маленько. Оу. Погоди-ка секунду, а почему это я так отдуплился быстро? Кто мне скажет?
О, замедленный какой я. А я что, подхиливаться не могу? Есть, подбил. Фух. Чуть было не погиб. Так, дайте мне обратно моего котика. Так, бомбим, бомбим, бомбим. Замечательно. Так, еще. А там у нас, ребята, сундучок лежит. Наверняка что-нибудь там полезненькое будет. Может быть, даже какой-то шмот. Так, шляпа белого мага. Ух, вот это для меня. Это для меня однозначно. Так, где эта шляпа? Вот она. К здоровью 55, но к силе магии, ребята, минус 8. Ладно, оставим. Оставим такую. И двигаемся с вами дальше. Так, здесь у нас есть враг. А, ну здесь обычный хилищий, да? Давай, 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 пёся, помогай. Ау. А это у нас кто? С молнией, да? Понял. Тихо, ребят, здоровья мало. Черт, подкрадывается ко мне прям. Да отойди ты от меня. Какой-то, я не знаю, барашек, что ли. Давай, 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 добивай его, пёся, добивай. Видишь, он до меня докопался. Все, страничка нас там поджидает. Давай здесь вот обойдем это все дело. Вот тут я подберу. Страничка. Так, последняя запись в журнале первого губернатора. Я прячусь в тайном царстве. Как только артефакт будет у вас, используйте его, чтобы найти меня, и вы сможете владеть искусством хождения по воде. Это кого мы с вами нашли? Ракушку какую-то, да? А вы подобрали артефакт. То есть теперь я могу ходить по воде, получается. И сундучок открылся. Естественно, сундучок я проверю. Что в нем нам выпадет? Капюшон ниндзя. Важный шанс 10%. Это, ребята, для моего песика. А, так. А что там? Важный шанс. Ну-ка. Ну, не знаю, если честно. Ничего тут суперского я не вижу. Ладно, ребята. Ничего такого крутого я. Ну, что это за шлем? Ну, что это? Это шлем рыцаря. Ладно, погнали отсюда. Теперь, я надеюсь, мы, ребят, сможем с вами ходить по воде. Мы нашли этот артефакт. Сейчас нам нужно, интересно, к губернатору идти или нет? Отчитываться перед ним. Наверное, надо будет идти. Так, а он здесь уже стоит. Вы отдаете артефакт и последнюю страницу губернатору. Хм, артефакт? Значит, мы имеем дело с магией. А мне нужно разузнать об этом. Вот это ваша награда. Хр, встретимся позже у маяка. Нагрудник туманного рыцаря. Туманный урон 5%. Туманный урон 5%. Давай посмотрим. Ага. Да ну. У нас вообще защиты тогда не будет. И по здоровью как-то уж больно кисло все. Но я даже не знаю, ребят. Но предположим, пускай будет так. Пойдемте, ребята. У нас, кстати, 48 уровень. И пойдем. Так, монетка. И пойдемте. А там нас Кири уже поджидает. Так, секунду, а как же нам? Погоди-ка, я не понял. Я же ходить не могу по воде или могу? Пока нет. Подожди-ка, я что-то не могу понять. А как мне добраться до Кири? Значит, мне нужно идти к этому губернатору. Пока. Он мне там, наверное, что-нибудь расскажет, покажет, разузнает. Я выяснил, как добраться до первого губернатора. Вперед! Дар хождения по воде. 3 черепка. Хм, на обороте последней страницы были указания. И если все сделаем по ним, они должны привести нас к первому губернатору. Хр.
Итак, сначала мне нужна часть кристалла маяка. Ну, я думаю, что у тебя есть, да? Мы кладем часть кристалла маяка. А потом крадем артефакт. Хрррр. Теперь ждем. И... работает. Так, ребята, скорее всего, мы сейчас с вами сможем ходить. Это приведет нас к первому губернатору. Входите внутрь, и я пойду за вами. Дар хождения по воде. Заходим, ребят. Прадедушка, это действительно ты? Я ждал правильного короля, а ты привел ко мне сразу двух кандидатов. Стойте и ждите в конце, я оценю, достойны ли они обладать кристаллом хождения по воде. Че, будем драться, что ли, с ним? Вы двое, и если вы не сможете победить это, вы недостойны. Мне надо было сохраниться, твою же налево. Подожди, ребята, что-то... Да иди ты! Ребята, что-то как-то тяжеловато, на самом деле. Я себе прокачал, да, на магический урон. Но я не вижу, чтобы у меня был тут какой-то супер-пупер магический урон. Оу, попал! Оу, ребята, попал, я попал. Давай. Котят, тебе надо как-то встать, как-то ожить. Магии тут еще бомбят. Так, отлично. Давай, давай, Котя, вставай, вставай, родной. Ну-ка, еще разок. Встанет? Встал. Должен встать, ребят. Так, Котя, я переключаюсь, наверное, на тебя. Потому что ближний бой как-то это не по мне. Вот лучше я буду магии тут бомбить. И это больше мне нравится. Отлично. Давай-ка вон того еще подобьем. Ну, ага. Так, бомбит. Есть, я уничтожил. Ну что, теперь вот этого надо бомбануть, и все будет у нас хорошо. Насколько я помню, раньше не было никакой туманной энергии. Раньше было у нас еще огонь, вода, потом воздух, по-моему, да, и все. И отравление, правда, я не совсем уверен. А тут же какой-то еще и туманная магия. Откуда она взялась? Так, уходим. Кто-то спрашивал из подписчиков, а когда эта игра будет на Android? Ребят, на самом деле не знаю, когда она будет на Android. В данный момент эта игра куплена в Steam. Может быть, когда пройдет какое-то определенное количество времени, может быть, тогда ее портируют на Android. Ну, а пока только вот в Steam, ребят. Так, давай. Осталось совсем маленечко, и мы его прошли. Только не говори, что у нас впереди еще какое-то будет испытание. Скорее всего, да. Ну-ка. А вы подтвердили свою силу. Теперь я сам проверю вашу ловкость. Понятно. Теперь нам с ним придется драться. Ох ты. Котя, вставай. Мне одному здесь тоскливо. Давай, 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 давай. Не хватило маленечко совсем. Ну ладно, пускай бомбанет. Мы отойдем. Рисанем нашего котика. Переключимся, конечно же, на него. Сделаем отхил. И бомбить начинаем. Так, он 55 уровня. Ох, он именно за мной почему-то бегает. Но я думаю, что мы его победить все-таки сможем, ребят. Он не такой сильный, не такой быстрый. Да? Мой песик ему дает неплохо звездюлей. Может быть, мы даже можем тоже, ребята, его поджечь чуть-чуть. Так, давай, 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 давай. Отойдем. В принципе, можно стоять вот так вот. Он подходит к тебе, отходишь от его магии и дальше продолжаешь его бомбить. Ничего сложного, в принципе, нету. Главное уворачиваться, и все. Ну что, осталось совсем маленечко у него здоровья. Сейчас мы его, ребят, добьем. Ну, давай, давай, давай. Ать, отходим. Не подставляемся, грубо говоря. Да вот отойди ты от меня, старый губернатор.
Да, ребята, этот губернатор был именно в первой части. Подбили. Так, и там... там у нас новый губернатор. Молодой, да? По-моему... а, и со старым вместе. С прадедушкой. Ну... мои мяусы чувствуют вашу доблесть в битве. Подойдите и получите силу кристалла. Да неужели? Неужели мы теперь сможем, ребят, с вами ходить по воде? А второй... так, разблокировано королевское искусство хождения по воде. А второй... так, королевская шерстка. Мы получили с вами достижение. А второе, по-моему, ребята, это будет у нас возможность летать. Левитация должна быть. Ну что же, давайте поговорим на прощание. Кристалл передал вам свою силу, потому что у вас есть королевские обломки. Как ни жаль, но мое тело давно истлело, и это лишь мой амуротворенный дух. Теперь ты можешь почивать спокойно, прапрапрадедушка. Спасибо, что позаботились о Лепотграде. Что до вас, мои благородные короли, стойте на своем. Ну, вот так. Вот такое, ребят, пожелание было. Хм, нас выбросило на берег. Ну, а теперь вы можете идти по воде, поэтому просто вперед. Прежде чем вы уйдете, возьмите это в знак моей бесконечной благодарности. Гантель. Гантель. И ни о чем не волнуйтесь. Я доберусь назад сам. Хм. Квест пройден. 50 уровень. Так, ребят, гантель. Это, наверное, псу надо. Ну да, 11 к атаке. Отлично. Будет теперь с гантелькой бегать. Так, ну что же, а мне нужно идти к Кири. Замечательно, обожаю, ребят, ходить по воде. Так. А где? А, вон Кири уже поджидает нас тут вовсю. Ваше мурлычество, у вас получилось. Давайте добудем этот последний обломок. Сложность 4 черепка красных. Испытание первых королей. Никто даже и не знал о существовании этого места. Так что будьте очень осторожными. Угу. 60 уровень. Блин, ребята, у меня только 50. Вам больше нравятся коты или собаки? И без понятия. Так, куда нам идти? Ого. Вот, ребята, целый ребус. Так могут ли коты и собаки жить в гармонии? Да откуда я знаю? Черт подери, а как? А куда мне вообще нужно попасть? Я, честно говоря, пока не понимаю. Куда это мы с вами попали? Так, да отойди ты со своей магией, тут пулякаешь мне еще. Так, тихонько. Не нервируй меня, муля. Ну, одно радует, что это, ребята, новая какая-то территория. Мы здесь не были. Значит, надеюсь, мы идем просто с вами правильно. Да-то валите. Ой, подожди, они что, бесконечны, что ли? Или мне кажется? По-моему, ребята, они бесконечны. Они появляются все время заново. А ну-ка, может быть, здесь что-то нужно уничтожить? Нет, пока нету ничего. Так, ладно, давай продвигаться тогда далее. Это, по-моему, у нас начало. Хм, очень странное место. Что здесь написано? Как вы считаете, коты лучше собак? Черт тебя знает, лучше они или не лучше. Правильно я делаю или неправильно, вот уже... опять сюда же вернулся. Так. В чем вообще прикол? Неужели, может быть, надо вот этих всех разбомбить? Ну, давай попробуем, ребят. Ну, я не уверен в правильности нашего, так сказать, предположения. Сколько вот мы их сейчас посчитаем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, да? Давай посмотрим. Так. Должно... ага, мы только убили, появляется следующий. То есть они бесконечные.
Раз, два, три, четыре, пять. Да, они бесконечные. То есть, нет, ну может быть, как вариант их бомбить до бесконечности. Только тогда что-нибудь получится. Давай сюда пойдем. Так, смотри-ка, ребята, а вот... Ага, с кошечкой. Видите, вот там отображается кошечка. То есть мы как бы... Так, там были. Ну давай будем чисто по синим, например, идти. Опять сюда же пришли. Так, а... В чем тогда прикол? В чем, ребята, прикол? Короче, видите, да? Это у нас как бы собачка. Так, вам больше нравятся коты или собаки? Ну, предположим, коты. Идем сюда. Следующий вопрос. Как вы считаете, коты лучше собак? Коты лучше собак? Ну, предположим, лучше. Следующий вопрос. Значит, коты должны быть властителями? Ну, предположим, да. То есть коты полноправные обладатели королевского клинка? Да. Слушай, я, судя по всему, неправильно отвечаю, да? Там нас делят как бы пополам между котами и собаками. То есть я должен правильный найти ответ. Ну, давай, например, собаки. Так. Это потому что собаки, очевидно, симпатичнее? Предположим, нет. А значит, и коты, и собаки одинаково хороши. Да. Так, могут ли коты и собаки жить в гармонии? Я думаю, что да. Если да, нарушит ли королевский клинок равновесие? Я думаю, что не нарушит. Или нарушит. Надо было выбрать нарушит, наверное. Ладно, ребят, давайте по той же самой схеме пройдемся. Блин, вот ребус, а. Так, значит, идем сюда. Там у нас вопрос какой? Очевидно, симпатичнее. Это нет. Потом у нас что там? Значит, и коты, и собаки одинаково хороши? Да. Жить в гармонии могут. Если да, нарушит ли королевский клинок равновесия? Да. Ага, следующий вопрос. Вы все еще хотите обладать королевским клинком? Хотите ли обладать? Да, хочу. Опа. Ребята, очередной дракончик. Так, судя по всему, ледяной. Вы хотите воссоздать королевский клинок, даже не подозревая о последствиях? Интересно. А у меня как будто выбор есть. Так, ребята, это электрический. Да? Это электрический босс. Или босс ветра, скорее всего. А вот эти вот маленькие дракончики, это уже ледяные. Да чтоб тебе! Ай, ребята, надо будет оживлять. Оживлять нам котика-то нашего. И, естественно, уворачиваться. Да. Встрял наш котик. Так, тихо. Давай, вставай. Отходим. Так, котик, иди сюда. Я переключусь на тебя. Естественно, отхилимся. И продолжаем нашу эпопею. Давай дракончиков этих маленьких забомбим. Они просто нам очень сильно здесь мешаются. Есть. Вот теперь будет нам попроще маленечко. Слушай, ну здесь неплохо бомбим. Смотри-ка. По 211 я наношу урона. Вообще солидно. Так, отходим. Не подставляемся, ребята. Продолжаем бомбить. Эть. Мы хотим создать клинок, главное, несмотря на его последствия. Ну, по идее, да, чтобы, я так понимаю, чтобы нам
закончить здесь войну между собаками и котами. Именно это нам и нужно будет делать. Дракончика мы с вами забомбили. И вот, ребята, еще один обломочек. 51 уровень. Это последний. Выкуйте клинок спасения, а не разрушения. Ага. Вы получили последний обломок. Наконец-то, друзья мои. Так, ну что же, выходим отсюда. И, судя по всему, мы должны идти к кузнецам. У вас есть последний обломок. Куша и Хота ждут вас. Поторопимся? Конечно, поторопимся. Квест пройден, 54-й, ребята, уровень у нас. Оу, вот они здесь стоят уже, родные. Мурмяу, мы все здесь. Пути назад нет, вы готовы? Короли древности, конечно, готов. Покажите последние обломы Коши и Хота. Ур, давайте покончим со всем этим, друзья. Я больше не могу ни секунды оставаться рядом с этой дворнягой. Отдайте Хота обломок, чтобы он перестал смотреть на эту дьяволицу. Нам всем нужно научиться ладить между собой. Нашим королям нужно... Нужно, чтобы мы взялись за лапы друг друга. Опа. Элиус. Кири, мой старый друг. Ты неплохо справлялся до сих пор, но теперь все кончено. Обломки. Мухаха, теперь ваши королевские искусства стали нашими. Властитель Элиус, могу я уничтожить их сейчас? Их мордашки надоели мне. Мои хомячки, терпение, есть добродетель. Пока что снимите свои шлемы, чтобы мы могли спокойно поговорить. Сюрприз, болваны. Мы — это вы. Здорово просто. Наш милый Кири выкрал вас из другой временной линии, чтобы сразиться с нами. Сначала я был неприятно удивлен, но потом меня озарило. Мы можем использовать вас, чтобы собрать обломки для нас. Мухаха. Рхахаха. Да, и с обломком я наконец-то смогу победить в этой войне. Нет, победа будет моей. Твоя империя перейдет в мои лапы. Бестолковые угрозы. Посмотрим, кто из нас силапнее. Опять враждует. Я люблю хомячков и их новые игрушки. Но что касается вас, мои короли, вечность ждет. Здорово. Найдите выход из нулевого измерения. Отлично. Подожди. Чего? Нет, нет, это неправда. Я не моя вина. Так, ребята, Кири тут появился у нас. Да нет, твоя. Как, по-твоему, Элиус сумел развратить твоих королей? Все потому, что ты не сумел защитить их. Нет, умоляю, прекрати. Так, что я должен сделать? Уничтожил. Простите меня, мои короли, я все объясню. На самом деле существует бесконечное число параллельных временных линий. И наши маги нашли способ перебрасывать вас из одной линии в другую. Я боялся, что вы рассердитесь, если узнаете правду. Сможете ли вы простить меня? Я думаю, что сможем. Мои короли, спасибо вам. Вау, это было просто. Но это еще не конец. Коша и Хота тоже застряли здесь. Где же? Давайте искать их. Они мне нужны. Мне кажется, я чую запах Коши и Хота неподалеку. Держитесь за что-нибудь. Ох, ё-моё. Тоже там, да, с двойниками? Мяу, стойте, это неправда, я не верю. Хота неважно себя чувствует, ему нужен хот-дог с васаби. Так, ребят, надо спасать их. Так, идем сюда, сюда.
Подожди-ка секунду. Тупик. Так, значит, мы пойдем вот сюда. Мы пойдем сюда. Вот так это все дело обходим. Сюда. Да, это правильный, ребята, путь. И мы сейчас спасем их. Вот они, да? Признайтесь, ты думаешь, что собаки грязные и глупые, а охота думает, что коты ленивые и напыщенные. Так. Ой, смотри, как то появился наши высокочтимые короли. Взять их! Да ладно. Драться с двойниками, Коши и Хотта, да? Ладно. Не знаю, ребята. Ну да, магия у них есть. Магия у них есть. Коши что-то ко мне прицепилась. Так, отходим. Она еще и захиливает. Так, нам нужно Хотта бомбануть, я думаю, в первую очередь. Будет оптимально для нас. Если бы еще помогал бы мне мой дружочек, блин, а не бегал бы там просто так. Давай, давай, песе, помогай. Ах ты, елки-палки. Есть, минус один. Так, ну теперь берем Кошу в оборот. Точнее, двойника Коши. Ну. Так, чуть-чуть осталось. Уходим. Бинго. Так, надеюсь, у них на этом закончится спор. Ну-ка. Хотта вечно у вас в долгу, мои короли. Хотта все эти годы, почему ты ушел? Хотта боялся. Мы ковали королевский клинок вместе, это было прекрасно. Но королевский клинок стал причиной войны, и Хотта был виноват и испуган. Я понимаю. Мы были лучшими друзьями, так ведь? Ты мог бы просто сказать мне? Теперь Хотта знает. Хотта очень жаль. Мне следовало попытаться поговорить с тобой вместо того, чтобы сердиться. Мне тоже очень жаль. Друзья. Всегда. Смотрите, выход. Ну что же, ребята, побежали быстренько на выход. Так, только какой у нас там путь? А, нам нужно, во-первых, вернуться так же, как мы сюда зашли, да? Грубо говоря, в круговую. Ну, а там уже просто-напросто идти в левую сторону, и будет выход. Да, именно так. Кто такой Элиус? Я так понимаю, это образ человека. Как ни крути. Так, секунду, куда нам нужно идти? Ага, все правильно, идем. Сюда. Так, сюда. И опять нас там поджидает Кири. Ну что, мы с вами на выходе? Да, ребята, мы на выходе. Так. И? Друзья, где мы сейчас? Это остров гробницы короля Филинграда. Но как мы попали сюда? Мои короли, я не представляю, как нам победить без обломков. Простите, я снова подвел вас. Лапка короля. Ну, для начала, ребята, я сохранюсь. Исследуйте остров. И исследованием острова мы с вами уже займемся в следующей серии. Так что будем заканчивать. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков. That I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be.